Спасатели МЧС России продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям Приморья, пострадавшим в результате прохождения циклона. В данный момент администрация нам предоставила списки малоподвижных граждан и одиноких пенсионеров. В списке числится около 40 человек. Мы проводим адресную помощь по расчистке снега. Также будет проведена работа по расчистке инфраструктурных зданий, таких как школы и больницы. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства оперативно доставили до медицинского учреждения на снегоходе с санями женщину, которая по предварительным данным сломала ногу и не могла самостоятельно передвигаться. Вместе с тем, в ночь на 26 декабря пожарные и краевые противопожарные службы сопровождали бензовоз на трассе Кавалерова-Ольга-Кавалерова, помогая движению специальной техники при помощи буксировочного троса на сложных заснеженных участках дороги.